Второй матч 8-го дивизиона. Сегодня мы взяли... Наконец-то мы собрали небольшую команду из АПЛ-лиги. Вот такая вот АПЛ-очка у нас получилась. Диего Коста у нас приобретение последнее. Ну что, Навас на ЦАП. Навас будет играть с атакующим полузащитником, потому что у нас другого нет. Ищем соперника. А, тренер итальянец, ну да, 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 да. Зенит против нас играет. Мы готовы. Зенит тоже готов. О, состав Зенита прям так радует. Уф. Ребята то ли клонировались, то ли просто попросили ребят из ПСЖ поиграть за Зенит. Так, опять дождь. Сменяем схему на нашу любимую. Ван Перси, Диего Коста. Сейчас будут громить. Продолжаем. Ван Перси сразу пасец. Коста пошел. Толкайся, давай до последнего. А, вот такой вот вынос. У нас там Филипп Луис. У нас Де Гея. Опасно. Пас. Навас. На Ван Перси. Ван Перси, давай, крой. И перекрываем все подходы. Нет. Или догоняем. Никак. Де Гея, давай, сделай такой же рывок. Ух ты. Филипп Луис. Отлично. Отлично играет головой. Что там? Вынос. От греха подальше. Петис вот подает. Пасвили. Джерард. Джерард играет превосходно. Коста. Забросик на Ван Перси. Сильва. Ван Перси. Ну давай первый удар от Ван Перси. И вынимай. Вот это размочили. Три брата Шаолиня. Дэвид Сильва. Красавчик. Так, ну теперь что-то надо сопернику делать. Что-то надо делать. Джерард перекрывает, все. Все в порядке. Вынос. Де Гея. Отлично. Кейхилл. Да, о, Пантера выпрыгивает прям красавчик против Кавани. Мы же договорились. Я так ударю, а ты прям в прыжке так. Все-таки первый матч у тебя поиграешь. Покажешь себя. Так, перехватик. На вас. На заброс на Косту. Ван Перси. Коста. Удар. Нет. Не удар. Сильва. Сильва, боремся. Нет. Уже Джерард. Давай, Джерард, покажи уже. Ну, Джерард. Скорость, конечно, у него не та. Эх, не тот уже Джерард. Опять Де Гея работает. Ван Перси обходит. Давайте,
Филипп Луис. Перехват. Нет. Уолкер. Отлично. Джерард вынос. Играют Джерард и Дегея. Ну и Сильва. Вильям. Пас Хисусу Навасу. Уолкер пошел аккуратненько по сет Кости. Ван Перси. Нет, Джерард. Вообще отлично играют. Вилли, лупани. Да, Ван дер Сар. Сработал. Вес. Ван Перси. Это Ван Перси. И сальто. Мы только такое праздновать голо можем. Все качки собрались. Нападающие у нас, что в Италии, что в Испании, все качки. И спортсмены. Тут до этого три таких удара по воротам от Шоулини. Точно спортсмены. Так, ребят, не подводим. Ван Перси. На вас на ход. Эх, Коста не догнал. Чем мне очень нравится Коста. У соперников нравился. Поэтому посмотрим, как он у нас поиграет. Только вот там ударчик был. Вынос. Ну уже 2-0, уже хорошо. Отлично. Коста. Сильва. Перехват от Ван Перси. Ну как-то Дегея под контролем. Все в руки. Уолкер. Отлично. Уолкер 92 скорость. Чеков мало, но скорость 92, это круто. Защита там 77 у него, по-моему. Не понял, кто бил? Сириджу кто? Я вратаря, что ли, у него перепутал? У него вратарь бил? Только что. Это, конечно, круто. Папочка, а ты помнишь, когда я свалила вот этот мультик по шее кругу? Вот так, по-моему, валяла. Так. Ух, прям вот это так. Глаз, да? Класс. И это вы зря фалите, ребята. Можно и желтую прихватить. Джопа, да, отлично. Марш. Кинос. Ван Перси. Вилья, пасец. И нет. Нет. Кавани. Кавани тоже классный, когда-нибудь мы тоже пассажи себе соберем. Так, 45-й, ну уже пора свистеть. Вот и свисток. Пас. Отлично, перехват, толкаем, толкаем. Дегея на месте. Отлично. 2-0. И вынимай. Иисус на вас. 3-0. Зенит в лице ПСЖ получает третью банку. Так, ну что? Что? Все, парень обиделся. Походу обиделся. Да.
все. Вот удар от Косты. Но Сириджу у него наоборот. Сириджу. Все, парень ушел кофейку попить. Ну, нормально. Да. Ну, тогда 5-0 сделаем за то, что человек просто бросил играть. И вот он, Джерард. Джерарда. Да, радуемся. На горячее, как говорится, с ножом. Мы герои. Все, и свисток. Наконец-то. Ван Перси, да, давай, хлопай. Пять ноль. Какая боль. Аргентина и Майка, 5-0.